Приветствую вас, дорогие зрители на канале Михалыч Топик Геймс. Мы в игре Визитор. Это игра про пришельца, в которой нужно даже немножечко подумать. С такими, ну уж острыми, ребят, моментиками. Так, нужно показать вам заставочку для того, чтобы не упустить саму суть игры. Понятно, The Visitor, бла-бла-бла. Вот, космический простор. Так, у нас есть метеорит, который летит к Земле, упал, вылез вот такой вот червяк. Это и есть визитор, это и есть пришелец, которым мы должны пройти нелегкий путь. Ну и самое главное, немножечко подумать. Вот, мы управляем таким червячком. Ну и, наверное, что это? Давайте чекнем. Ага. У нас есть вот ключик. Ну, явно нужно указать на дверь. Хе. Первая головоломка прям вот как отскочила. Итак, ребят, мы в комнате. Не думал, что здесь будет так много рекламы. Постараюсь, конечно, максимально избавить вас от этой рекламы. Что здесь делать, пока что не пойму. У нас можно что? Передвигаться в две комнаты. Прикол. Чек. Что же в этой комнате? Конечно, загрузка тоже долгая. Как для мобильной игры, вообще загрузочка мегалодонски долгая. Неужели в самом деле, ребят, мы прогрузили целую комнату? Вот такая вот комната, обои мне нравятся, какие-то, не знаю, какие-то. Что здесь мы видим? Опа, холодильник. Рыбеха. Что можно сделать с рыбехой? Нет. Так, блендер. Прикол. Что это? Давайте. А нормально, нереально. Собачки или кошки. Опа, нечаянно, ребят. Так, нечаянно я вылетел в другую комнату. Что же здесь можно еще сделать? Ползает. Что? Плюхнулся? Да ладно, жиробасина сюда идет. Сейчас он сожрет еду вместе с нами. Что будет так? Еда, кот жрет. И так это мы. Иди сюда. Что же произойдет с котом? Фу, ребят, это просто жесть. Это жесть. Нужно все сожрать. Отлично, наш визитер. Жесть, это просто жесть. Что это такое? В блендер? Не, нельзя. Но я так понимаю, нужно прогрузить соседнюю комнату. Но у нас уже минус один котик. Я так понимаю, что здесь нужно что-то придумать. Так, есть лазер. Светить на... Ага, он не допрыгивает до лазера. И неплохо, что здесь мы можем... Корм. Конфеты высыпали в корм. Прикольно. Так, это... Ля, какой я умный. Вот это жесть. А что за лампочка? Это подсказка, наверное. Пока что я не знаю, что делать. Давайте посветим сюда. Лазер. Дебил. Кот не особо умный. Так. Я не знаю, куда светить. Опа! Смотрите. Смотрите, что... Ну, он явно что-то делает. Дальше что делать, ребят? Нам-нам-нам. Давайте лазером посветим его все-таки на... Ублюдочный кот. И тоже сюда не допрыгивает. О, боже мой! Ну, мне кажется, что все-таки... Ой-ой-ой-ой, ребят, я подполз. Это очень плохо. Так, вот сюда нужно. И... Блин. Нет. Может быть, на мяч нужно посветить? Нет. Здесь нужно что-то сделать. Так, может... Может... Ох ты, нифига себе. Разрезал наш кошак. Я не знаю, что здесь делать. То есть, переходить в следующую комнату нам тоже не разрешают. То есть, я, может, думал в следующую. Думать, я не знаю, джек? Плюс лазер? Нет. Ну, что-то же нужно сделать. Сюда?
Нет. Опа! Шарик упал на стол. Вот теперь мы сможем, по-моему, что-то сделать подобное вот этому. На шарик, на конфеты перевернул. Теперь мы можем, наверное, лазер посветить на... Да ладно, вот это колбаса. Колбаса колбасит соло. Ну, что с этого вышло, я не знаю. Но кота расколбасило на все деньги, ребят. О, можно жрать. Немного пожрать можно. Этого куска он не хочет. Ладно, основное котяру выкинуло на стену. Может, вам показалось бы, но это не такая уж и легкая игра. Потому что я, ну, в предыдущей комнате подумал немножечко. Поэтому, если вам нравятся головоломочки, что это такое? Топор. Вот и есть ключ. А я, по-моему, видел, куда его нужно деть. Переходим еще в одну комнату. И вот так вот, ребят, смотрите. Вот ещелочка, надеюсь. Да, вот оно что. Ножик. И я думаю, что нужно идти с ножиком резать кота. Так, вот там есть самый старый кот в самом верху. Может быть... Ля какой. Короче, ножик здесь остается. Что здесь? Ружбаечка. Ничего здесь больше я не вижу. Топор. Котяра смотрит. Так, провод давай рубить. Опа, нормально, нереально. Провод перерубили. Давайте попробуем. Проводом нет. А проводом рубануть кота? Нет. Что это такое? Зажигалка. Поджечь камин. А куда же ты, бессмертный? Ладно. Что это такое? Это какая-то урна. По-моему, там были патроны, а это ружье. Давайте с ружья рубанем кота. Вот в этой шухляде мы видели патроны. Мы их возьмем и пойдем к ружью. Итак, патроны плюс ружье. Что? Нифига не понял. Топор. Ничего не понял. Ого, здесь подумать нужно, ребят. Здесь есть топор, давайте вот рубить его. О, нормально, котяра. Брык, нормально. Котяра, смотрите, он проводом, давайте рубанем его. Да, поджаренный кот. Поджаренный кот. Я не знаю, как открыть. Нужно по любасу здесь что-то открывать. Топор. Кота. Не... Ого. Нож. Да ладно, ребят, я в шоке. Не знаю, что дальше делать. Урна. Чё прикол, ребят, вырубили кота. Ага, вот оно что. Вот в урне была вся фигня. Вот оно что. Иди сюда. Сейчас мы тебе бошку-то отстрелим. Плюс ружье. Все, трупак. Что? Еще не трупак. Ножом добить. Нет. Давай еще раз стрельнем. Говорит, не хочу. Топор. Плюс кот. Ой-ой-ой, бошку отбил. Это просто жесть, ребят. Блин, ужас. Вот это жесть. Котяра без башки еще хочет драться. А, жесть. Так, нужно поджечь. Угу, ничего не делается. Так, я видел там бутылочку Джека. Итак, у нас есть бутылка Джека. Вот она. И, наверное, нужно вернуться и поджечь кота. Так, котяра до сих пор шевелится. Без головы, ребят, без ничего. Итак. О, теперь должно гореть. Жесть, ребят. Просто жесть, а не игра. Так, жрать будешь кота? Этого старого кота он даже жрать не хочет. Топор и пошли на следующую комнату.
Итак, ребят, у нас есть топор. Нет, это что такое? Бабуля. Что-то не то. Бабуля нас не видит, слава богу. Ага, она будет отключать каждый раз. Понял, сейчас приду. Камин горит, как круто. Берем шкурку кота и сразу же бежим в самую последнюю локацию. Итак, ребят, давайте-ка надуем нашего котика. Прикольно. О май гад, what the fuck. Смотрите, у бабки сердечный приступ. О, бабка нас... Кот лопнул, бабка сдохла. Так, и что мы можем делать? Жрать бабку, ням. Фу, ребят. Итак, ребят, что? Что? Eat them all. Get months. Я даже не знаю, что это такое. Еще один режим. Ребят, здесь еще продолжение есть. Прикольно. Итак, мы опять тут же. У нас есть лампочка, но мы пока не пользуемся. Давайте зайдем в соседнюю локацию. Так, здесь есть бабулька. Бабулька. Что она делает? Так. Нажимаем на сигнализацию. Она зубы берет. Сразу сердце у нее. Что? Убила. Ох и наглая-то. Так, ну что, картина что? С картиной мы ничего сделать не можем. Туалет. Тоже ничего. О, подушек пошел, пошел. Так. Бабки запотели. Туалетную бумагу всю использовал. Что? И что? О, сигнализейшн. Так, нет, туалетной бумаги. Сейчас она будет в туалет идти. А, нет. А, вместо зубов нас. Иди сюда, бабуля. Бабуля, короче, мы съели бабулю на все деньги. Так, eat him all. Мы не прошли, зато get mousy прошел. То есть еще один режим есть. Так, ребят, нам подсказочка подсказывает, что все-таки есть еще один какой-то. Короче, ребят, я все сделал, что нужно. Сделал все возможные варианты. Ух ты, ладно. Мутировал во следующий уровень. У нас есть тут девушка. Я так понимаю, что это часть продолжения. Main menu, play director. Ну, вроде... Так. Next game. То есть уже это совсем, совсем новая история, ребят. А вам спасибо за просмотр, ребят. Не забывайте ставить лайки. Ну и, конечно же, подписываться на канал. Пишите комментарии по поводу этой игры. Я думаю, что мы будем больше и больше пробовать снимать подобных роликов. Удачи и пока-пока. Увидимся в следующих видео.